Олег, добрый день. Напоминаю, что вчера состоялось у нас первое заседание Совета депутатов городского округа Искра. Единогласным решением Совета депутатов Александр Георгиевич Складцов избран председателем Совета депутатов. Ну и временно, до окончания процедуры конкурса, исполняющий обязанности главы городского округа, тоже единогласным решением назначен ваш покорный слуга я. В этой связи, собственно говоря, всем формально сейчас в настоящее время принято новое структура администрации. Речь идет лишь о косметических пока изменениях в части изменения должностей заместителей. С заместителя руководителя на заместителя главы администрации. Все остальное у нас в прежнем режиме. Я хотел бы еще раз обратить внимание начальников территориальных управлений, прежде всего, в том, что всю фактическую ответственность за территорию передана вам, она вся фактически вашим, вся ваша. Подчеркиваю, прежде всего, фактическая ответственность. Поэтому мне стало непонятно, я в частности по Ануфриеву говорю, почему Татьяна Владимировна Сердюкова вчера звонит мне и почему не получен был ответ на месте от вас. Андрей Геннадьевич, я доступно объяснила. Не знаю, из каких соображений она решила еще уточнить у вас, с кем из замов с вашими решить этот вопрос. То есть вы полностью владеете ситуацией? Конечно, я все объяснила. Хорошо, ладно, спасибо большое. Но в любом случае, коллеги, я хотел бы, чтобы вы почувствовали всю полноту и фактической ответственности. Никто ее не снимали. Более того, мы с Нового года должны перейти с вами на режим и соответствующее поручение Олега Юрьевича, который сейчас в краткосрочном отпуске ожидал, продумать, как нам сделать так, чтобы у вас на цепи первых были существовали юридические лица, осуществляющие свою деятельность в рамках СМЕР. В общем, мы с вами это уже обсуждали. Это будет правильно, и это тоже будет подразумевать и вашу еще большую, но уже юридическую ответственность. Основная тема, которая сегодня у нас стоит на повестке дня, это подготовка к отопительному периоду. Остались считанные дни до того момента, когда мы должны запустить учреждения социальной сферы, а за ним и многоквартирные дома. Татьяна Викторовна, как у нас с этим делом стоит? На сегодняшний день у нас практически весь многоквартирный жилой фонд и все объекты социально-культурного быта, все предприятия ресурсоснабжающие готовы к отопительному периоду, и мы готовы хоть сегодня начать отопительный период. В связи с предложением губернатора на ВКС, если вы его позволите, то мы можем в четверг начать отопительный период, чтобы к выходным уже было тепло. Ну, у нас губернатор не предложил, дал поручение соответствующее, поэтому он дал поручение с пятницы, но давайте действительно с четверга начинать запуск тепла. Что уже есть обращение, что жарко, извините, холодно. Потом будет обращение, что жарко, пока обращение, что холодно. Давайте начинаем с четверга. Тогда мы постановление соответствующее. Хорошо, спасибо. Дальше, в общем-то, полиция. Нет у нас полиции. Тут прошел, да? То есть, что МЧС. На прошедшем пьесе на территории городского округа произошло 8 пожаров, погибших, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники отдела проводятся работы по подготовке к зимнему пожароопасному периоду. В рамках данной работы будут подготовлены направлены письма по линии ЖКХ, по линии теплоэнергетики и в объекты с массовым пребыванием людей. В данных письмах будут отражаться вопросы о обеспечении пожарной безопасности в данный период. Вся остальная работа ведется в плановом режиме. Спасибо. Все защитно. У нас плановые платежи по мерам социальной поддержки. Сегодня выгрузку сделали по ЖКХ, вот, с небольшой задержкой, но это из-за ЕВЦ и МОСУ, ЕРЦ, из-за того, что мы на новые формы взаимодействия переходим. Завтра везем делегацию, завтра 26-й Международный день глухих, и делегация, которую возглавляет Лебедева, везем в Мытищи на областное предприятие. И 27 числа участвуем в тематическом приеме, посвященном Международному дню пожилых людей, который тоже будет 1 октября. И тоже делегацию нашу повезем на областное мероприятие в Реуты. Но остальное все в текущем режиме. Спасибо большое. Больница Истинская. Добрый день. В Истинской больнице все в рабочем порядке. Но хотел бы сделать такое объявление.
как вы знаете, что с 1 июля в законодательстве о временных стартовых способностях социального страхования с 1 июля 2017 года вступили изменения, но до сих пор многие учреждения, и в частности бюджетные, или предприятия Истринского района, не принимают электронные листовые трудоспособности. Для этого им нужно заключить договор с фондом социального страхования, получить программное обеспечение. В связи с чем сейчас в настоящее время количество бумажных листков и трудоспособностей ограничено, фонд социального страхования дает значительно меньше. И возникают конфликты, что мы не можем выдать бумажные листовые трудоспособности, если уже предприятие не принимает. И в связи с этим возникает большое количество жалоб, в том числе на добродел. Поэтому просьба по этим предприятиям, образования, культуры, как-то вот этот вопрос проработать, и чтобы не провоцировать вот эти конфликтные ситуации. Я заместитель прошу все свои учреждения дать соответствующие инструкции инвалидным организациям. Спасибо. Детство у нас есть. На область вы тоже отсутствует. Извините, решите, пожалуйста, вот соседки. Я понимаю, но у нас был какой-то заведенный порядок о том, что мне, по крайней мере, ставили в известности и полиции, и налоговая служба, и кировские больницы. Должен заранее знать причину, по которой они списывают. В военкомат есть что сказать? В ближайший период были проверки главной инспекции Министерства обороны по надзору за служебной деятельностью и замещения. Готовили 8 районных военкоматов, готовили варианты доклада начальника генерального штаба, наш взять за основу, завтра едем на инструкторские будущие занятия по подготовке к очередному призыву по своему плану района. Спасибо большое. Если тебе коллеги, если тебе реально вопросы есть, да, пожалуйста. Рик Ильич, часто сейчас стали задаваться вопросы опять по использованным линиям, по брошенным. Вопрос я тут уже поднимал, налоговый орган поднимал. Происходит ликвидация юридического лица, соответственно, бросаются объекты сетевого хозяйства. Я неоднократно, к сожалению, сетей нету сегодня, был, разговаривал с руководством. Здесь у меня просьба большая. Прошу вас поручить собрать совещание большое трехстороннее, то есть чтобы присутствовали как городской округ, МАЭС, СБЫ, чтобы выработать какое-то одно направление, то есть по решению данных вопросов. Правильный вопрос. Ксения тоже это сделает и собьется совещать на участие. Спасибо. Еще вопрос. Выпускникова вопрос нет. Наталья Александровна Дедовская. Нет, ее тоже. Ну, кто идет? А дедовский выйдет. Кто дедовский у вас? Так вот, это что-то в режиме. Субботник провели, даже не субботник, посадил деревья, провели. Хотелось бы огромное благодарность, слова благодарности выразить дедовскому лицею. Мы не ожидали такого количества. И в основном это были дети, родители и учителя. Мы договорились вчера на совещании с рамами, у вас не было, о том, что на следующий год мы обязаны все кровлю дедовской привести в порядок. Да, значит, соответственно, назначена Ботвинина Наталья Александровна, ну, соответственно, вы все там вы ответственны за это. Вы должны предложить соответствующие мероприятия в программу, соответствующие, посчитать ее, посмотреть, где деньги есть и так далее. Если будет надавая помощь, тоже возвращается, пусть Наталья Александровна, или вы. Если мы в следующем году должны сделать в дедовске как минимум две вещи. Первое, это решить проблему крови. И второе, это осуществить дополнительное благоустройство общественного пространства, включая строительство фонтана, обеспечение благоустройства площади ОЗГТК и так далее, и так далее. Работаем над этим уже. Я жду от вас конкретных предложений. Угу. Первое приближение хотя бы на следующее совещание. Хорошо. Еще вопрос есть? Можно сказать после совещания главы управления? Да, коллеги, Валентина Николаевна, задержитесь из территориального управления, остальные все равно. Спасибо.